Обеспечение надежного электроснабжения объектов хозяйствования и населения западной части области. Главная задача, которая стоит перед представителями брестских электрических сетей. Сегодня здесь на балансе около 230 тысяч абонентов, каждый из которых ждет бесперебойную работу всех приборов и систем, нуждающихся в электроэнергии. Для этого в зоне обслуживания функционируют более 50 подстанций, каждая из которых должна обеспечивать в полной мере выполнение всех необходимых показателей в осенне-зимний период. Выполнены следующие виды работ. Прежде всего, это приведены схемы в соответствие схем электроснабжения потребителей в соответствии с категорийностью. Вот. Особое внимание уделяется потребителям первой и первой особой группы категорийности по надежности электроснабжения. Это объекты здравоохранения, жизнеобеспечения. Значит, проверена работоспособность автономных источников электроснабжения, дизель-генераторов. Своевременно выполняется работа по ремонту воздушных и кабельных линий. Замена изношенных физических кабельных линий. На сегодняшний момент это порядка 7,5 километров. Подготовка к осенне-зимнему периоду – это профилактика воздушных линий, а их около 8 тысяч километров, а также проверка либо ремонт коммуникаций, которые находятся под землей. Каждая ситуация тщательно анализируется, и только после специалисты электрических сетей приходят к тому, как решить ту или иную проблему, чтобы не возвращаться к ней в течение нескольких лет. Подготовка к осенне-зимнему периоду. Восстанавливаем кабельную линию 10 киловольт. Ну, ребята уже сейчас вот заканчивают работу, то есть монтируют соединительные муфты, вот вы уже видите эти работы. После чего, будут, ну, после завершения этих работ, будет засыпаться котлован и восстанавливаться покрытие. Согласитесь, представить наши дома без электричества сегодня просто невозможно. В быту на нем завязано очень много. От эксплуатации приборов до работы серьезных механизмов. Нередко в частном секторе и котлов отопления. Конечно, наиболее типичные чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в осенне-зимний период, специалисты брестских электрических сетей стараются предугадать и предупредить. Но на крайний случай разветвленная сеть дает возможность запитать линии из других источников электроэнергии. Самое страшное для энергетиков, да, это стихийные явления прежде всего. Это сильные порывистые ветры, вот, это град, дождь. Вот. Здесь происходит массовое отключение воздушных линий 10 кВ на 4 кВ. Вот. Самое страшное, конечно, когда отключается питающая сеть с напряжением 110, 220, 300, 330 кВт. Тогда отключается не один населенный пункт, не одна трансформаторная подстанция, а 20, 30 и 50. Страдают не только население, но и важные, скажем так, предприятия промышленного сектора. Безопасность энергосистемы заключается в том, что питающая сеть вся закольцована. То есть при отключении одной линии мы можем с другой стороны подать всегда напряжение. Так что беспокоиться о перебоях с электричеством районам, которые обслуживаются в брестских электрических сетях, не придется. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.